Обратно можно взять на горный Карабах или... Обратно, знаете, уже не возьмешь на горы обратно, войной не возьмешь. А как? Она, дипломатия и предъявлением официальное представление государства армянского или кого-то в отношении того, что, значит, вот отменить вот эти вот документы и вернуть Карабах на место. Никто из вас и вашего государства, никто этим делом не занимается. А если занимались просто так, не понимая, вот и все. И народ, вот такое несчастье нашему армянскому народу, из-за бездеятельности, из-за бездарности, за неорганизованности и хаоса руководства страны. И последнее. Между прочим, ваш премьер-министр никакого права не имел по отношению Карабаха, что сказал в Праге, что вот я принимаю, значит, целостность Азербайджана с территории Карабаха. Для вашего